Доброе утро, город, с вами я, Сергей Андреевский, и моя зарядка. Мы продолжаем с вами необычную зарядку, и помогает мне нападающий стальных лис Станислав Переходюк. Привет, Стас. Доброе утро. Я смотрю, у тебя митбол, то есть мне вещь знакомая, ты, я ее не первый раз видел, люблю с ней заниматься, но у нас сегодня с тобой зарядка непростая, хоккейная, то есть как вы его используете? Все верно, медицинбол у нас используется в качестве утяжелителя. Допустим, сейчас будем его использовать, чтобы прокачать ноги. Давай, посмотрим. Мы должны делать прыжки из стороны в стороны, продвигаясь вперед. При этом во время прыжка мы должны делать паузу на 2 секунды, задержаться на одной ноге. Для того, чтобы удержать равновесие. Чтобы не только удержать равновесие, чтобы получить больше нагрузку на ногу. А это нам поможет как-то вот в катании на коньках, скажем? Конечно, мы имитируем хоккейный бег, хоккейный шаг. И благодаря утяжелению мы будем быстрее бегать, сильнее толкаться на льду. Ну, давай посмотрим. Я готов, далек от хоккея, так что если ошибусь, ты меня поправляй сразу же на месте. Хорошо. Давай, начнем. Правильно? Более-менее нужно больше сгинать колено. Угу. Сгинать. И держать спину ровно. Ага. Да, все верно. Более прямо спину держать. Правильно? Да, все более-менее делается правильно. Ох, ну не так уж для и просто на самом деле. У вас на самом деле не болят колени после этих упражнений? Да нет, у большинства они не болят. Это мы уже привыкли к таким нагрузкам, переносим их спокойно. Ну, в принципе, важна техника, я так понимаю. Да, здесь более важна техника, чем сила. Главное правильно выполнять упражнения, тогда будет максимальная польза. Ну, как и в любом спорте, я так понимаю. Ну что ж, вот такая у нас с вами была замечательная зарядка. Мне помогал сегодня нападающий стальных лис Станислав Переходюк. Доброе утро, город. Доброе утро, город.